Приветствую вас. Вы знаете, по ходу вашего повествования складывалась довольно противоречивая картинка, потому что, с одной стороны, на какой-то момент сложилось такое впечатление, что многие вещи, какие-то вещи вы додумываете, как будто бы, потому что, как я понял, фактически отношений с этой девушкой у вас не было. Вот, и формально вы с ней не встречались, формально вы только проявляли к ней некоторую симпатию, она вам никогда ничего не обещала. Вот, вы же почему-то говорите про влюбленность, вы почему-то говорите про то, что у вас отношения. Вот, мне кажется, что здесь вы больше говорите про то, чего вам хочется, нежели про то, что есть на самом деле. Вот, мне кажется, что первое, что нужно сделать, это отделить эти две вещи. Вот, отделить то, что вам хочется, от того, что есть на самом деле. Потому что, чтобы вы не жили в иллюзиях. Вот. Это первое. Второе, на что хочу обратить внимание, да, это то, что вы боитесь. Вот. А то, что вы боитесь, вот, и, соответственно, чего вы боитесь? Это первый момент, а как бы, вот, чего вы опасаетесь? Это вот важно достаточно. Чего вы хотите и что чувствуете? Да. Это то, на что вам нужно обратить свое внимание. И, соответственно, работа с чувством вины, вот то, что вы себя корите, тоже необходимо, потому что здесь вы в какой-то степени вот относитесь к, к себе, да, несколько обесцениваешь. Как мне кажется. Вот. Потому что вы что-то делаете. Вот, вы чем-то занимаетесь, вы какие-то вещи совершаете некоторые поступки. Вот, потом себя за это корить. Вот. То есть как бы это противоречие. Нужно более уважительно относиться к своим выборам, вот, к своим поступкам. Для чего вам требуется также работа. Ну, над собой. Вот. Вот это, как мне кажется, достаточно важный момент. Вот.
Так я бы вам ответил на вопрос. Вот вы пишете, значит, я знаю, что она не такая, как многие, мы, поэтому меня тянет к ней по-особенному. Но как вас тянет? Вот. Отдельный вопрос, как именно вас тянет к ней. То есть, ну как бы, что это? Что конкретно, да? Вот, то, что вас тянет, что это такое? Что вас... Это важно. Поэтому я бы здесь разобрался с этим. Вот. Так же. Посмотрел бы на это. Вот. И поисследовал бы этот момент. Вот. Ну, то, что идеализирует в какой-то степени, это факт, на мой взгляд. Как и то, что вы склонны почему-то наказывать. То есть, вот, можете встречаться с другой девушкой, чтобы причинить боль той, которая вам нравится. Я бы сказал, что здесь имеет место быть некоторая незрелость, вот. Ну, эмоционально, я имею в виду ваша, вот. Надо бы, на мой взгляд, заняться личностным ростом, вам. Вот, и чтобы вы могли более осознанно выражать то, что вы чувствуете, то, что вас ощущаете, то, что вам хочется. Вот. Ну и, как мне кажется, определенные комплексы у вас присутствуют. Вот. Поэтому я бы поработал бы еще с этим, с комплексами вашими. Вот. То есть, ну, такое не очень хорошее знание о себе у вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.